Минувшие выходные у любителей зимней рыбалки была возможность принять участие в 4-м городском чемпионате по подледному улову. Несмотря на морозную погоду, а температура воздуха была 34 градуса ниже нуля, соревнования все же состоялись. Рыбаки собрались на реке Собь в окрестностях поселка Котровож. Удачного им клева пожелала и наша съемочная группа. Перед началом соревнований судьи инструктируют участников. Согласно правилам, им запрещается передавать друг другу улов, выходить за ограждение и складывать рыбу на снег. Претендентам на победу разрешено использовать только ручной ледоруб и ловить только на одну удочку. После старта каждый из рыбаков выбирает себе место в надежде на то, что именно здесь будет самый лучший клев. Не знаю, некоторые на червяка плюют. Но это ерунда. Не знаю, все равно опыт, умение и сноровка. И везение в первую очередь. Это как примерно как лотерея, как повезет. Я не суеверный, не знаю. Вот, пожалуйста, первая. Вот она первая рыба. В этом году в соревнованиях приняли участие 19 рыбаков, в их числе лабытнанцы, харповчане и представители окружной столицы. У нас это самый знакомый лабытнанец сказал, что будет соревнование. Вот мы изъявили желание приехать. Да, не знаю, мы спонтанно. Мы только в 8 часов вечера приехали, узнали, что поедем, и все, и приехали. Удочки-то есть всегда. 4-й городской чемпионат по зимней рыбалке состоялся благодаря Центру технического творчества и многочисленным спонсорам, которые предоставили призы для победителей. Благодаря рыбакам, скажем так, лабытнанским, было время, когда просто собрались часть рыбаков наших городских и... пошли по магазинам, где продают рыболовные, к Рубину, коллегу. Говорим, почему бы нам не провести? Они говорят, да с удовольствием мы вас проспонсируем, давайте. И вот так зародилось. Это уже вот 4-й чемпионат. Вот. У нас, значит, Рубин, Мухаметов, Чижик Татьяна и Колупаев Олег. Все их знают, рыбаки наши лабытнанские. О том, что рыбаки удивительные люди, сомневаться не приходится. Причем среди них можно встретить и женщин. Татьяна Байбара – рыбачка со стажем. В ее копилке множество призовых мест в подобных соревнованиях и десятки килограммов трофеев. С детства. Рыбачила давно. С детства. Вот. Здесь в Лабытнангах участвую в соревнованиях на всех. Первое или второе надо. Второе место есть у меня по лабытнангам. Уже есть? Есть. А третье у меня есть по Салихарду. Прошлый год заняла 3-е место. Так что, надеюсь, может, как повезет. И вот 2 часа соревнований позади. Теперь судьям предстоит взвесить весь улов участников и определить, кто же из рыбаков сегодня стал победителем. Судьи используют электронный безмен. Он позволяет взвешивать улов с точностью до десятков грамм. Номер 14. Это честно, блин. 920 грамм. И вот после всех необходимых формальностей, судьи, подсчитав результаты, объявляют имена победителей. За первое место вручается диплом участнику 4-го чемпионата города Лабытнанги по зимней ловле со льда Лагутову Михаилу Александровичу. Вот это лодка! Да. Помимо призовых мест, обладателями подарков стали рыбаки, которые за время соревнований смогли поймать самую крупную и самую мелкую рыбу. Но, пожалуй, главным призом стало хорошее настроение, которое получили все без исключения участники 4-го городского чемпионата по зимней рыбалке.